И всем привет, вы на канале Санька ТВ, и сегодня я с моим другом Яриком играю в Brawl Stars. Всем привет! Брось таких бойцов я оставим? Нет, давай такие оставим. Ну давай. Просто сейчас будет имбище. Ну да, две леги. Нет, сейчас главное тупо не слиться. Потому что я солью 5 кубков. У тебя 600 кубков. Угу. Так, но у меня интернет вроде не лагает. Это уже хорошо. Да, самое главное интернет. Если интернет есть... А то... на втором месте это наш скилл, да? Да, вот здесь наш скилл. Вот, яйца. Ай, меня морковка бьет. А это морковка? А морковка? Серьезно? Ну да, зайка Пенни морковкой стреляет. А я думала, а я вообще не думала, что она стреляет. А зачем думать, если можно увидеть? Да вот и нет. Блин, у меня зайки Пенни нет, я не хочу ее попасть. Что, давай крысить? А давай. Ну блин, на видео не получится интересно. Погнали. Не, я немного покрыть, а ты как хочешь. Я буду, потому что мой канал. На твоем канале я буду крыть. А, кстати, у Ярика тоже есть канал свой. Называется Тед Мастер. И вы слушаете. Подписывайтесь на него и вы слушаете. Так, живи. 5, 4, 3. 0. 5 кубков, а то и больше. Так. Не получилось, постануло. Короче. 5 кубков шли. Мы не будем играть в СДМ, я передумала. Мы будем играть в этом. Я возьму... Может, камни взять? Решили взять. Нет, давай сядь. Надо было на аккаунт Леон зайти. Ну, сори, я никак не могу прокачку на нее выйти. Так, аккуратно. Танцуй под такую музыку. Молодец. Блин, я думал, он своего рода побежал забивать. Просто они... Это имбища. Обиди, ну... Ну вот, нубик. Нубик. Сегодня, наверное, выйдет еще по Майнкрафту видео, наверное. Нубик, голова. Нубик, у тебя голова. Оп. И что ты сделал? И? Что там? Я не слышу. И что ты сделал? Я утонул случайно мечом, а я хотел утонуть мечом. Вот я решил, молодец. Просто пух и минус я. Смотри, АФК, ладно. АФК, АФК, шеры. И на что раз пассивка, прикинь. А, ты шмёт. Мне нравится обновление Brawl Stars, именно... Блин, я забыл. А, именно Brawl Ball. Кстати, а почему я сейчас не Underdog система? Я буду называть это Underdog. Почему я не Underdog? У меня больше всего трофеев. Да, именно сейчас так действует. Больше всего трофеев. По-моему, сейчас аутсайдер, я не помню. Почему я не аутсайдер?
Как ты аутсайдер себя сделал? Так, у нас обеды, кстати, да. Посмотрите на мой профиль, кому интересно, вот. Давайте еще одну карту и на этом закончим. А ты стой, это... Покажи свой ID, пусть тебя добавляют. Кого? Покажи свой ID. ID? Пусть тебя друзья добавляют. Именно Supercell ID? Нет, ID свой. Ну, короче, тебя могли друзья добавить. Я ж показал, вот он. Все, показал, молодец. И я покажу на следующем. Свой... А, ты это, покажи еще мой ID. Вот он. Вот мой ID. И вот Ярик ID. А я тут всех специально сейчас... Я не могу твой ID показать. Только ты можешь показать свой ID. Сори. Так, ребята, вот мой клуб. Заходите в него. Вот это вот я рекомендовала просто. И можно нам написать ваш канал. И материться можно. Такое вот. Сразу же. Короче, сейчас мы пока что идем в бой. Кстати, пасхалочка, вот, на время посмотрите, что ладно смотрите, тогда, короче, выйдет обнова. Да ладно там пасхалочка. Что? Уже просто ютуберы засняли, уже все должны знать, зарубежные ютуберы засняли. Она выйдет 04-19. 19 в общем-то. Ой, а... Я сказал марта. Главное, чтоб нам... А, блин, у меня не контузия, башка дрявая. Это контузию было взять. Взял. Нафига ты аптечку взял? Контузия. Будет печально, если мы закончим видео на... Как мы проиграли. Просто так печально. Это очень печально, знаешь, это очень печально. Ладно. Ну, давайте мы сейчас покажем профиль мой и профиль Ярика. Вот мой профиль. Ну, можно мне Пайпер до конца уже, чтобы у меня было. Вот профиль, Пайпер. Нет, вот его профиль. Ой, блин, профиль. Кстати, скоро чемпионат. А, кстати, да. Я буду снимать на форум. Может быть, будет Ярика, может, я без Ярика. Но, кстати, ПСЖ Эшели подарок, типа, если... Да, скин Эшели. Выиграли бои 9 штук в режиме Brawl Ball и получили бесплатный скин Shelly PSG. Играй с друзьями или используй функцию поиска команды, чтобы получить свои шансы на успех. И помни, испытание продлится всего 2 дня. Вот. Ну, а кому понравилось это видео, ставьте лайки, и до новых встреч. Пока-пока. Пока.